заходим. Сейчас буду все рассказывать. Заходим, граждане. Интересно, сколько на название этого поста зайдет людей. 5000 уже залетело. Такие, бля, что там с сексом, что за дела? 6000. Что случилось, люди пишут? Что такое? Что с сексом? 7000. 8000 зашло узнать, что же произошло с сексом, кому разорвать жопу. 9000 зашло. Вот оно название поста как работает. Не, это не пиар-ход. 10000 зашло. Ничего себе. Нормально вы. Красавчики. Нет, я не хитрый. На самом деле X пострадал. Дело в том, что буквально 40 часов назад я решил съездить в Питер. И, в принципе, это сделал. То есть я сел на X. Мне нужно было по делам съездить в Санкт-Петербург. Я съездил в Санкт-Петербург, сделал все свои дела и вернулся сегодня ночью. Вот. На скорости, ну, не буду говорить на какой скорости, а то у нас опять там будут вопросы задавать, на какой, да почему. На скорости мужик стальные яйца оторвало переднюю губу. Разорвало просто в клочья по куску платной дороги, которая обходит Волочок. Вот, это первая новость. Вторая новость, я вот получил с кома лобовое стекло, но это получил как бы вообще в Москве перед выездом. А третья новость, то что сейчас вы видите Икса вот в этой оклейке, вот в этом виде, вот в этом стиле, ну, я думаю, последний раз. Вот, потому что он сейчас едет в рестайлинг и будет полностью переклеиваться. Мне немного надоели эти полосы, мне немного надоел этот стиль. Ну, как бы 2 года покатались и хорош. О, 16000 человек смотрит Перископ. Ни хрена себе название сработало. Вот это сила. Ну, я хочу, как бы, я не уйду, я не буду переклеивать X там из золота и из серебра, и останется и золото, и серебро, просто будет немного другой стиль. Вот. И вы, наверное, спросите, Давидыч, что ты будешь делать после того, как ты сдашь Икса на поклейку, на чем ты будешь ездить? Ты, наверное, будешь ездить на М5. Ну да, могу на М5, но так как снежок выпал. Па-бам! Кто у нас тут? Кто едет за папой? Кто будет сегодня пиздян получать? Молодец, девочка. Едет за папой. За папой едет Audi RS6, которая была в сервисе. Вот сейчас она. Сейчас она преследует меня. Она хочет. Знаете, есть женщины, которых приходится упрашивать, а есть женщины, которые постоянно, ну, хотят. Вот RS6, она постоянно хочет. Ненасытная такая прям, только из сервиса вылезла и уже хочет. Круто, что смотрит сейчас 16000 человек. Если вы все сейчас по дисплейчику вот так вот прям тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык потыкаете, вы увидите лайки. Это значит, что вы респектуете мне, и рейтинг мой поднимается выше. Вот она. Девочка, да? Хочешь попадаться с папой, папа тебя трахнет. Не надо этого делать. Я понял. Человек, который мне находится, смотрит этот эфир. Все, я понял. Вот в чем дело. Вот. На тачках много народу ездит разных. Да, в данный момент. Ну, вы его попозже в эфире увидите все, кто там едет. Там разные люди у нас. У нас операторы, у нас монтажеры гоняют на RS6. Ну вот, у нас это нормальная практика. Вот, я, конечно, псих, что я не на самолете, там, не на поезде, а реально на тачке могу сесть и хлопнуть там почти двушку там за 40 часов туда-сюда. Вот.
я люблю тачки, конечно, очень. Очень люблю тачки. Вот. Вот такие дела. Поэтому сдаю X и хочу сказать следующую вещь, что тачка будет переделываться, тачка будет переклеиваться. Почему я делаю в рестайлинге? Ну, потому что рестайлинг — это компания, которая уже, наверное, лет, наверное, мне кажется, 10 уже. Да не, ну поменьше. Ну, короче, это монстр вообще. И это наш монстр. Самую первую золотую BMW делала именно компания Рестайлинг. Урал, с тобой, проверенная компания. Да, если вы что-то хотите переклеить, голову не делайте, пацаны. Идите на сайт restyling.ru. Вот. Что у меня тут такое? Идите в компанию restyling.ru, вам там все переклеят. Как относишься к новым камерам на ТТК? Что там за новая камера, я даже не в курсе. Пацаны, ставим лайки. Вот так вот прям. Тык-тык-тык. Тыкайте вот сюда прям. Давайте. Давайте. Петюлечку. Бейте петюлечку пальчиком. И все. Прям сейчас лайки прям попрут вообще, как мама не горюй. Сейчас мы покажем вообще всей России, как нужно прям... Как можно за один день набрать 5 миллионов лайков в перископе. Вообще легко просто. Я почему тебя слушаю? Потому что ты в жопу не лезешь никому. Странный комментарий. Сделай видео о переклейке икса. Да, да, мы сделаем видео. Я, кстати, знаете, что думаю? Может что-нибудь разыграть? Может, что-нибудь вам приятное сделать такое? Ну, я не знаю, там, кто реально детально сможет там угадать, там, во что будет переклеиваться икс и нарисовать там свою версию, ну, заморочиться. Или дизайнера нанять и там сказать свою идею, чтобы он нарисовал. Тот, например, получит полную обклейку там от Давидыча в рестайлинге на свою тачку, а? Может, сделать такую штуку? Или не делать? Не знаю. Вам вы хотите, чтобы я так сделал? Было бы прикольно вам, если бы там кто-то из вас получил полную обклейку на свой автомобиль. Причем пофиг, какой регион вообще. Вот. Сейчас мы доедем до рестайлинга как раз. Я вам покажу, как оторвало просто рожу. Как оторвало губу очень жестко. Мне придется теперь просить компанию АДМ, чтобы они сделали мне еще один. Ну, видимо, скорость слишком лютая была. Вроде ничего как бы не попадалось. До сугробов я не касался. Я не знаю, что может быть причиной. Но просто прям... Причем, знаете, как она отлетела, губа? Просто пах! Вот такой звук какой-то был. Пах! Я даже не почувствовал ничего. Ни в передние колеса, ни в задние. Прям очень большая скорость была из-за этого, я думаю. Так. Езжаем к рестайлингу. Р6 там что-то выпендривается сзади. Да нет, ну, вроде установили правильно. Может, угол не тот был. Скорость была с дождем, дождь был, давление может быть из-за воды, хер его знает, пацаны, ну не знаю, может какая-то конструктивная ошибка была, но как бы там до 200 как бы все нормально было, вот после 280 там и там ближе уже к 300, там уже как бы это самое, может вибрация какая-то неправильно пошла, хер его знает. Сделай обзор на ЛФА. Пипец, конечно, сделаю. Дайте мне ЛФА. Так, ну что, вот он, рестайлинг. Так. Тетенька, ну давай, уезжай отсюда. Ой, почему я хорошая такая, губастенькая есть. Так, ребеночек, аккуратно. Так. Едем в далекие края, везем с собой соседей, та-та-та-та-та-та. Все, мы в рестайлинге, сейчас я выйду, вам покажу. Попрощаюсь с вами. Ее просто нету. Видите, да? Вот ее, соответственно, оторвало.
ее нету. Вот, поэтому, слышь? Так, ну надо заехать, наверное. Пиздец она валит, просто пиздец, я в ахуе. Я охуел сейчас. Ha, 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 ha